Технологии развиваются, а вместе с тем растет и число стартап-проектов. Теперь с открытием венчурного фонда в Баку начинающим предпринимателям выйти на рынок станет проще. Основные направления инвестиций – биофинансовые технологии, проекты на основе блокчейн, мобильные приложения. Бугазыджи Венчур стала первым представительством зарубежного венчурного фонда в Азербайджане. Взаимные инвестиции в области нефтяного сектора уже имеются, но потенциал развития сотрудничества у наших стран намного больше. Поэтому мы решили сместить внимание на стартап-проекты, ведь сейчас высокие технологии развиваются быстрыми темпами. Так, интерес к молодым компаниям, несомненно, возрастет, и их инвестиционная привлекательность увеличится. Различаются молодые компании по специальной классификации ABCD. Фонд планирует финансировать стартапы уровня B, когда уже есть продажи, и уровня A, когда компания заняла определенную нишу на рынке. Нас, конечно, интересуют проекты, у которых есть перспектива роста. Как минимум, у этой продукции должен быть прототип или несколько продаж. Нужно быть заинтересованными в дальнейшем расширении. Говорить о среднем размере инвестиций по каждому проекту сейчас сложно. Финансирование проекта может составить 3-4 миллиона долларов. Они будут инвестировать в стартапы, которые уже смогли коммерциализировать свои решения. То есть, которые уже на более зрелом стадии развития. Но в ближайшее время у нас, мы сейчас ведем переговоры, и в ближайшее время у нас откроется представительство других венчурных фондов, которые будут заинтересованы в более раннем стадии развития стартапов. Идея открыть венчурный фонд в рамках агентства инноваций зародилась неспроста. Задача – объединить экосистему стартап-проектов. Представители агентства проводят работу для привлечения еще большего числа инвесторов. Идея в том, чтобы создать новый тип инкубационных центров в компаниях, в университетах. Неспроста мы недавно запустили новую программу по аккредитации местных инкубационных и инновационных центров. Венчурный фонд на первом этапе направит 5 миллионов долларов на финансирование стартапов в Азербайджане. Проект даст импульс развитию малого и среднего предпринимательства в стране, а также станет значительным вкладом в область передовых технологий. Нигяр Рахманова, Рауф Гусейнов, CBC.